То есть, еще раз, все окей, все хорошо, о чем бы вы ни говорили, мы должны с позиции информацию преподносить, что все хорошо. Все хорошо с поездкой в США, все ясно, все понятно. Все хорошо здесь с работой, все хорошо здесь с отношениями, все хорошо здесь с родственниками, со страной, с хобби, взглядами на жизнь. Ну, то есть, вот все хорошо. И мы не только как бы с такой позиции информацию даем, мы еще сами стараемся себя в такой образ ввести, войти в такую роль, чтобы это мое было состояние в этот момент, когда я с консулом общаюсь. То есть это не на секунду включается, надо постараться с утра уже в такое настроение себя немножко вводить. Все мы так или иначе можем вспомнить, когда мы находились в наилучшей своей форме, да, психологической, на подъеме, уверенными, дружелюбными, контактными. Стараемся вот это состояние вспомнить и в нем пребывать, чтобы на фоне других вы уже будете отличаться за счет вот этого.